Сопки напоминают наши пиванские. Вот-вот-вот. Вкалывают негры. Стоит вон вагончик, домика нет. Чистая дичь заброшена. Верхотура уже совсем. Но удивительно, вот течет вода. Вдруг откуда ни возьмись, прорезался ручеек. И так это самое вот бежит бодренько. Вот опять исчез. Ну как-то это достаточно быстро я забегаю. Вот внизу остановка. Домик так вот увеличив, сортирник. Вот отсюда, кстати, на самокате доезжаем мы до остановки вообще легко. Без всякого напряга. В гору идет он. Потом тяжелее уже. Ну, потом, в принципе, приходится еще проехать с полкилометра и катить его. Там километр где-то до следующих садов приходится подымать, дабы экономить заряд. Ну и не идет вот там крутой подъем. По плохой дороге скорости нет, потому что ямы. То есть, если можно было по асфальту разогнаться, может быть, и зашел бы наверх. Я все рассказываю про себя. Ну какая картина. Вот выше буквально на 30-40 метров. Наверное, на 40. И уже обзор. Там будет 50. Поехали. Спорт в режиме. Квадрик над тайгой. Так, 500-600 метров удаление. 140 метров высота. Вот они, какие-то там вода, озера. Вот их я и хотел посмотреть. И вот за этим хребтом циркуль. А ну-ка сейчас, что это за озера такие? Строения какие-то там. Дорога проходит. Вот как видно хорошо. 800 метров от меня уже расстояние. Какие-то руины там. Любопытно. Ушел от нас последний день, как исчезает в полдень день. Любовь уходит с пожелтевшую листвой, и расстаемся мы с тобой.